Ребята, всем привет! Я знаю, что вам всем очень понравился мой бренд одежды Lady Bunny, и сделать заказ вы сможете на сайте корпорации Bunny или в инстаграм-аккаунте Lady Bunny Shop. Ссылки на это все будут в описании. Обязательно фоткайтесь в моей одежде и получайте от меня репост в сторис. Так, ну все, макияж вроде как готов. Платье надето. Какую же сумочку мне сегодня взять? Эту, эту или эту? Пожалуй, возьму вот эту. Диана, ну ты долго собираешься. Будто бы ты хочешь, чтобы вся Академия была у твоих ног. Диана, всегда нужно собираться так, чтобы все были у твоих ног. Запомни это правило, младшая сестра. Диана, ну все, пойдем на День влюбленных сегодня. Подожди, платье я выбрала, сумочку тоже. Так, какие же туфли мне сегодня надеть? Эти, эти или эти? Диана, помоги. Диана, вот эти первые с бантами. Да, Диана, ты права. Эти туфли невероятные, мои любимые, но они такие неудобные. Поэтому я сегодня надену это. Диана, Найки, почему не каблуки? Потому что в каблуках мне будет неудобно ходить, у меня будет плохое настроение, и я буду выглядеть некрасиво. А это самое то. Диан, все, собирайся и пойдем, а то мы все пропустим. Диана, не переживай, без самых красивых девчонок ничего не начнется. Да, я знаю, слишком много самоуверенности, но запомни еще одно правило. Чтобы быть всегда на высоте, нужно быть уверенной в себе на все 100. Диан, столько советов за сегодня, одевай Найки. Диана, надеюсь, сегодня все внимание будет к нам. Девочки, ну скажите, я же шикарна. Капризная, знаешь, мы с тобой не дружим. Потому что ты идешь на тусу к Диане. Девочки, меня пригласила Диана, я не могу отказаться от такого предложения. Ну конечно, туса с Дианой и баскетболистами тебе важнее, чем подруги. Уверена, на этой тусе тебя даже никто замечать не будет. Девочки, зависть, это так плохо, вы прям зеленеете. Ну, я пошла на тусу, а вы не скучайте. Оторвись по полной. Уверена, что у нее это получится. Оторвусь по полной. Хороший совет, подружки. Почему пригласили ее, а не нас? Ага, стояла у меня близко, я еще Диану на тусу позвала. Где эта справедливость? Ее нет. Какой милый подарок. Приятно, учитель Майк? Я ожидала чего-то лучшего. Ну и где же парни с нашими подарками? Почему вы нарядились, а нам сказали не надо? А вам для кого наряжаться? У вас нету парней. Да, действительно. Девчонки, а это вам? Спасибо, учитель Майк. Спасибо, учитель Майк, но я откажусь. Я жду другой подарок от своего бойфренда. Вы самые красивые девчонки Академии. Держите. О, а ты что, подарочки раздаешь? Здравствуйте, учитель Майк. Да, подарочки самым красивым девчонкам Академии. Спасибо, учитель Майк. С днем влюбленных вас. Обалдеть, я думала, только мне Майк подарит такое сердечко. Фиона, он дарит их всем девчонкам Академии, смирись. Всех с праздником, ребята. Капризная, вот, держи, тебе подарок. Спасибо, учитель Майк. Где твои подруги? А на сегодня у меня подруг нет, я буду праздновать с Дианой и баскетболистами. Серьезно? Я тебе устрою тусу. Ты не пойдешь тусить туда, где наши бойфренды. Поздно, вы видели, в каком я платье сегодня? Я покорю всех. А вы не грустите, вы уже получили свои подарки. Сердечки на палочке. Сердечко на палочке? Нет, не ради этого. Я ждала День влюбленных. Но ничего, когда Томас и Мартин нас увидят, они просто потеряют сознание от нашей красоты. Ага. Только где эти теряли сознание от нашей красоты? А вот они идут. Девчонки, с Днем влюбленных! Это нам? Нет, не вам! Офигеть! Они только что нас взяли и растоптали! Они вас больше не любят! Интересно, а кому все эти подарки? Если они не нам, то куда они их понесли? Если они все эти подарки понесли Диане, то Диане сегодня крышка! Да, хватит это терпеть! Сегодня разборы? Да, но вы в них не участвуете. Мы сами разберемся. Послушай, Майк, я думала, что это сердце только для меня. Нет, это для всех девчонок Академии. Но я не все. Фиона, главный подарок будет вечером. А мне нужно еще раздать эти сердца. Так что давай, не грусти. Капризная, ты что, бросаешь баскетбол? Нет, просто сегодня и завтра буду праздновать День влюбленных. Но это не прогул. Девочки, отдайте мне сердца. Но нам же их подарил учитель Майк. Учитель Майк — это мой бойфренд. Ладно, разбирайтесь, а меня ждут новые друзья. Подарок свой не отдам. Отдай, мне нужен букет из этих сердец. Девочки, отдайте мне эти сердца. Я в шоке. День влюбленных начался ужасно. Нет,
Шоп, это так мило! А почему ежик? Потому что ты у меня похожа на ежика. Всем привет! Привет, девчонки! Короче, Диана, там твои подруги в бешенстве злости, и мои тоже. Капризная, сегодня день влюбленных, не будем портить себе настроение. Не надо обращать внимание на токсичных подруг. Девчонки, а вам ваши бойфренды уже подарили подарки? Потому что Джо меня удивил таким милым ежиком. Еще он говорит, я тебя люблю. Если что, этого ежика Джо бы я посоветовал. Потому что ты мне напоминаешь ежика, а я их ненавижу. Ты! Что, Джо? Это подарок не от тебя, его выбирал Боб! Жужа, давай ты сейчас не будешь выяснять свои отношения с Джобом, а лучше принесешь нам какао. Интересно, а где же мой бойфренд Кирилл и моя команда? Они мне даже смс никакой не отправили. Наверное, готовить себе самый крутой сюрприз. Диана, я видела мальчиков. Они прошли с крутыми подарками мимо Кнопы и Насти. Из-за этого они не разорвались от зависти. Ага, значит, мальчики не забыли про меня и скоро будут меня поздравлять. Диана, я же тебе говорила, наверное, тебе готовят сюрприз. Ребят, а я хочу поздравить самую лучшую девушку в этой академии. Она добрая и красивая. Дана, это тебе. О май гад, Дана! Спасибо, Боб, мне очень приятно. Дана, спасибо, что приняла от меня этот скромный подарок. Ты лучшая в этой академии. Сегодня еще кое-кого разорвет от зависти. Кого? Блонди, она ждала от Боба подарок. Так приятно, я даже не ожидала, что меня кто-то поздравит. Это круто, когда что-то происходит неожиданно. Жужа, там девочкам надо принести какао. Да, ты это ежику скажи, я же на него похожа, да? Ну не обижайся. Знаешь что, Джоб, сегодня я похожа на ежика, завтра буду похожа на бегемота, потом на слона. И что, не нужно меня ассоциировать с разными животными. Хорошо, мой гномик. Если я гномик, тогда ты слоник, иди обслужить девочек. Так, пацаны, первым подарок дарю я. Здесь дорогущее кольцо. Ну все, Кирилл, хватит выпендриваться. Тимур, я смотрю, ты решил выделиться, купил самую большую игрушку. Да, с размером моего сердца. Ладно, хорошо, после меня дарите подарки вы и говорите нашему самому любимому капитану. Ну, это понятно. А сколько Диана еще будет нашим капитаном? Когда мы ей раскроем правду. Попозже, или прям день влюбленных и раскроем. Так, все повторили. Нашему любимому капитану. Нашему любимому капитану. Привет, мальчики, вы так быстро пробежали. Томас и Мартин, а кому эти подарки, а? Девочки, вот вас мы не ждали, у нас здесь репетиция. Подарок Диане. Тоже Диане. Диане! Послушайте, мальчики, вы со своей Дианой уже надоели, а Диана надоела еще больше. Сегодня из-за вас, мальчики, Диана будет лысая. Да, потому что вы испортили нам день влюбленных. Ой, девочки, не надо тут вот это вот, ладно? Мы решили поздравить капитана команды, потому что у нас девушек нет. А мы кто? Так просто плювок на асфальте? Пустое место. Нет, девочки, вы не пустое место, вы кучка негатива. Вы сами заварили эту кашу, поэтому давайте, уходите отсюда. Вам подарили сердечки, все, хватит. Не нужно распускать слюни на подарки нашего капитана. Если хоть одна волосинка длинная упадет из Дианы, вы останетесь без бровей. Сбреем, раз и два. Мы бреть умеем. Это самый ужасный день влюбленных в моей жизни. И во всем этом виноваты вы и Диана, мы это так не оставим. Поняли? Ой, идите уже. Так, пацаны, повторяем, репетиция. Диана. Лучшему капитану. Снова не так, повторяем. Нашему лучшему капитану Диане. Нашему лучшему капитану Диане. Смотрите, не облажайтесь. Мы же пацаны, у нас все должно получиться. Да, пацаны не могут облажаться. Облажаться могут только девчонки. Пацаны всегда все делают правильно. Все до миллиметра. Все миллиметры, у нас все получится. Да, получится. Знаете что, мальчики, все парни в академии дарят девочкам подарки. А вы что? А мы не все. Вы что, на приколе? А чего вы будете перед подружками хвастаться? Мы хотим капризной показать, что вы нам подарили, а вы нам ничего не подарили. Девочки, а это легко можно исправить. Так, от сердца и почек дарю вам цветочек. Фу, какие вы стали жмоты. Мы не жмоты, мы просто подростки. Извините, у нас нет денег вам на дорогущие подарки. Знаете что, мальчики, мы вам на день рождения тоже ничего не подарим. Спасибо. Фиона, мне еще нужно раздать сердца, девочка. Майк, твое сердце принадлежит мне. Фиона, мне нужно раздать сердца. Не мешай мне. Девочки, а это вам. Спасибо, учитель Майк. Я не понял, наши сердечки что, были хуже, чем у учителя Майка? По-моему, такие же. А мы не хотим такое, как у всех. Мы хотели что-то особенное. Майк, это мне. Фиона, еще раз, и никакого подарка и праздника для тебя не будет. Не смешно. Май!
Бризная, не переживай, они классные ребята. А если они не примут меня в свою тусу? Да, Бризная, все будет хорошо. Блонд, Димона, привет! Поздравляю вас с Днем Влюбленных! Не надо! Дана, подойди-ка сюда. Что я уже натворила? А с каких это пор? Мой Боб дарит тебе подарки. Он должен был подарить подарок Блонди. Ладно, держи. Нет, Блонди, Боб сделал свой выбор. Он решил подарить подарок Дане. Спроси у него, почему он так решил. Знаешь, Диана, мне кажется, ты со своей сестрой всех на свою сторону переманиваешь. Баскетболисты, Боб, кто дальше? А дальше будет Джоб. Парни баскетболисток и... И? Мы никого не переманиваем. Да, парни сами выбирают, кому дарить подарки. А ты, двухметровая шпала, иди сюда. Девочки, пожалуйста, сегодня праздник. День влюбленных, а не день разборов. С праздником вас. Странный день влюбленных. Ни одного подарка ни от одного парня. Зато сердце Дианы. На, выбрось его куда-то. Мальчики, какие вы молодцы. Столько подарков для девчонок. Ага. Идет. Движение везунчиков. Никогда не миритесь с этой Дианой. Мы лучшие для вас подруги. Отвяньте. О, а вон и мальчики стоят. Мальчики, привет. Ничего себе, сколько у вас подарков. Да, мальчики, молодцы. Пацаны, я первый. Диана, это тебе, с Днем Влюбленных. Спасибо, а что там? Кольцо, как и обещал. Не заглядывайте, потом увидите у Дианы на пальце. Кирилл, оно шикарное. Диана, это еще не все. Пацаны, нашему лучшему капитану Диане. О май гад, это все мне? Диана, подаришь мне там какую-то игрушку? Подарю. Отвратительное зрелище. Ничего хуже я в своей жизни не видела. Эти пацаны такие противные. Это не пацаны противные, это Диана противная. Но ничего, сегодня Диана останется лысой. Диана, это тебе от Смайлика. Спасибо. На, держи, это самому лучшему капитану. От чистого сердца. С любовью. Мальчики, спасибо, мне так приятно, что вы так внимательны ко мне. Мне так приятно. Сегодня тебе будет неприятно, когда мы сегодня ночью сбрим тебе волосы. Короче, мальчики, сегодня же туса, вы не против, если будет Дана и Капризная? Мы против Капризной. Я так и знала. Только не плачь. Мальчики, ну будьте джентльменами ради меня. Ладно, ради капитана. Капризная, ты на тусе. Приходи. Ура. Вот видишь, все будет хорошо. Какие крутые подарки. Да, мне очень приятно, что мальчики были так внимательны. Но кольцо от Кирилла это вообще вау. Привет, Диана. О, девочки, снова вы? Что вы хотите? Вы уже надоели преследовать. Мы хотим подарки своих парней. Вообще-то эти подарки Томас и Мартин подарили мне. Но чтобы вы не злились, забирайте. Только мальчикам не говорите, они расстроятся. Сегодня мы запустим фоточки! С Днем Влюбленных, девочки! Надеюсь, в следующем году вы будете праздновать этот день со своими бойфрендами. Конечно! Томас и Мартин к нам вернутся, и ты будешь лысая! Вот злюки! Ничего, Дана, послятся и перестанут. Ребята, ну а вас я поздравляю с Днем Влюбленных! Будьте счастливы в этот день! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч, всем пока!